Опа, всем привет. Так, жду, пока Инстаграм сообщит всем. Так, заходим. Опа, первый вот пошел, ребята, привет. Ой, вы быстренькие вообще, молодцы. Так, привет, Соломика, привет, Арина, привет, Катя, привет, привет, ребята. Что делаю? Да вот так вам, с вами решила поговорить, вам более все подробно объяснить, рассказать, что произошло, потому что большинство людей не поняли, что было в прошлом прямом эфире. Ты беременна, ты вагитна. Привет, привет. Ну как вам это объяснить так, чтобы вы это все... Так, передать привет Вика, привет, Никита, привет. Богдана, привет. Ты беременна? А что за такие вопросы? Карине тоже привет. Ну, вы же видели прошлый прямой эфир, как бы... Валентина Ивановна отошла, она пошла там, чтобы скупляться, чешок, короче, я не знаю, я сейчас одна сижу. Валентина Ивановна ушла. Так. Супер, уже людей куча, можно уже рассказывать. Так, я не знаю, как вам начать это все говорить. Вы же, в принципе, и так все сами знаете. Я вам сейчас где-то на площадке. Площадка такая вообще какая-то сейчас скучная, вообще настроения нету. То хочется есть, то не хочется есть. Вообще не понимаю сама себя. Вон сегодня на шоколадку тянула с огурцами. Так хотелось чего-нибудь, знаете, не знаю, как вам описать это ощущение, чего-то кисленького со сладеньким. Такое странное ощущение, я не представляю, как ты вообще. Ты вагитна? Дима смотрит серьезно. Офигеть. Валентина Ивановна твоя мама? Нет, Валентина Ивановна моя учительница, ребят. Опа, все, 400 людей. Так, короче, ребята. Это пранк? Да какой пранк, ребята? Смотрите видео и на основном канале, там сейчас... Вон, кстати, на основном канале, на канале Даниэль Бой, можете пересмотреть прошлый прямой эфир, как мы... я разговаривала тогда с Витей и с Димой, как Дима тогда просто некрасиво взял и вышел. Дима писал: «Передай привет. Ты беременна?» Так вот, рассказываю. Короче, так получилось. Так завертелось. Я не знаю, что теперь делать. Потому что Дима просто вчера, когда это было, позавчера вышел с прямого эфира и оставил меня одну с Витей. Витя сначала меня поддерживал, говорил: класс, класс, буду крестным. А в итоге, когда Дима вышел, я сказала, типа, сможем ли мы быть с тобой вместе? Он сказал, типа, он просто проморозился, он меня просто проигнорировал. Короче, я не знаю, что делать, я не знаю, к кому обращаться, ни с Валентиной Ивановной, не могу по этому поводу поговорить, ни с родителями, не знаю. Спасибо большое, ребят. Будет ли новый сериал? Ребят, да, на канале Даниэль Бой будет выходить новые видео. Понедельник, среда, пятница. Сейчас входит школа и будет скоро видео с лагеря. Покажи сердце. Могу половинку сердечком. Так как ребенок не от Димы? Ребят, ребенок тут, вот тут. Так вот вышло. Я не знаю, что теперь делать, потому что родители меня просто убьют. Валентина Ивановна тоже. Она меня выгонит со школы, я пока что не хочу на данный момент уходить со школы. Я еще ее в лагере хочу побыть. Ну, капец. Я тоже так считаю. Это не пранк, ребят. Ну, какой пранк? Всем здорово. Сколько тебе лет? Мне 184-65-95. Чего? Вот так вот, ребята, все в жизни бывает, и ни от чего нельзя... А кто отец? Отец Дима. Но Дима не хочет быть отцом, и я не знаю, что делать. Иди в беременна в 16. Можно. Там и найду как раз себе парня нового, или с Димой вернутся отношения, и там уже и родителям можно будет рассказать, и Валентине Ивановне. Юля, привет. Покажи привет. Всем махаю привет. Не гони. Да, ребят, не гоню. Говорю, как есть.
Если что, прямой будет недолго, потому что придет скоро Валентина Ивановна, чтобы... Так, чтобы... Валентина Ивановна все-таки еще об этом ничего не знает, и вы не пишите про вот это вот. Вы пишите там: «Даринка, привет, Даринка, как дела?» Вот такого вот плана. «Как ты себя чувствуешь?» Но не пишите такое в комментариях. Ну, она же еще не знает. А вы сейчас где? Я сейчас на какой-то площадке. На какой-то вот. На... Вот так вот. Ты крутая, ребят, спасибо большое. Как папа? Папа сейчас далеко, очень далеко, я не знаю, что с этим папой делать. Надо вообще что-то решать, что-то придумать. Ребята, посоветуйте мне какие-то идеи, что можно сделать, и как вы думаете вообще, от кого этот ребенок? Какой аку Димы в инсте? Ребят, инста у нас одна, Ивановна, 999-6666. Вот, поэтому смотрите здесь все прямые эфиры, а пацаны иногда просто подключаются с других аккаунтов. Может быть, Валентина Ивановна поймет тебя? И в любом случае она узнает про этот эфир и посмотрит. А я не считаю, что она меня поймет. Мне кажется, что... Блин, она все-таки взрослая, я еще маленькая. Дима вышел. Ну ничего страшного, пусть и выходит. Он вообще гад, он поступает некрасиво, не по-мужски уж точно. Вы где сейчас живете? В доме? Как жили в доме, так и живем в доме. Где Шиза Геннадьевна? Шиза Геннадьевна, слава богу, уехала пока что. Ну, не знаю, может, еще и вернется, но надеемся, что пока что она не будет возвращаться. А вы смотрите видео, может, скоро и будет. Надеюсь, Дима вернется и будет отцом. Было бы хорошо. Напишите, вот, пишите все в прямой эфир. Если вдруг Дима в прямом эфире, пишите все, чтобы Дима не отказывался от ребенка, и, может быть, он подумает, приедет ко мне, и мы вместе будем дальше задумать. А кто будет, девочка или мальчик? Ребята, еще не знаю, потому что срок сильно маленький, чтобы узнать пол ребенка. Где все остальные? Ребят, я же говорю, я веду сегодня пока что на данный момент прямой эфир одна, потому что меня никто не поддержал. Не поддержал, блин, вообще, в принципе, меня все, кроме вас. Дима на эфире. На эфире, ребята, пишите. Пусть он не отказывается от ребенка. Да, вообще я не думала, что Дима такой, да, ребят, согласна полностью, Дима поступил некрасиво. Ребята, я вас тоже люблю, всем привет. Дима, не отказывайся, вот, пишите. Дима, не отказывайся от вида дитины, правильно. Дарина, скажи, что будет в лагере? Ребят, смотрите видео, в лагере будет очень интересно, там вообще происходит трэш, отвечаю. Дима, это твой ребенок, не бросай Дарину. Боже, ребята, спасибо всем большое. 500 зрителей уже, супер, пожалуйста, пишите. Что пока что написала, Дима, может быть, что-то поймет, осмыслит в своей голове. Дима, не отказывайся. Спасибо большое, ребят, всем за поддержку. Вы у меня самые-самые лучшие. Спасибо. Сколько тебе лет? Миллионы лет. Не отказывайся. Спасибо, мои зайки. Дима, не отказывайся. Да, Дима, не отказывайся. Или Витя, или Дима, или вообще Паша. Кстати, надо подумать еще насчет Паши что-нибудь, потому что Дима и Витя уже такие, они не хотят. А Пашу можно просто так спокойненько намекнуть, сказать, что ты мне нравишься, а потом сказать: Паш, ты прикинь, у меня тебя ребенок. Ну, короче, ну давайте сначала решимся с Димой. Дима, не отказывайся. Дима, ПЖ, приезжай. Дима, да, приезжай, заводим кошку-собаку и снимаем, покупаем дом и будем там жить. Дарина, супер, спасибо большое, Дима, не отказывайся. Боже, мои зайки, вы самая лучшая поддержка, люблю вас. Паша, думаю, согласится. Мне почему-то тоже так кажется, было бы классно. Подождите, ребят. Нет, с Пашей пролет. Валентина Ивановна-то не разрешит ему со мной мутить даже элементарно. А что он скажет по поводу ребенка, вообще, представляете? Дима, не отказывайся. Спасибо, ребят, спасибо большое всем за поддержку. Ну, с вашей что-то надо придумать. Или это в тайне от Валентины Ивановны? Ну, в тайне тоже не получится. Дима, подумай, что ты теряешь. Да, Дима, думай своей головой. А твои родители знают? А твои родители знают это? Нет, никто не знает. Ни Валентина Ивановна, ни мои родители, никто об этом не знает. Только Дима и Витя. Ну, и вы, конечно же. Дима, едь к Дарине. Да, Дима, едь ко мне, едь. Будем теперь вместе жить. Дима, не отказывайся, Дима, не бросай, Дима, не відмовляйся, Дима, подумай головой, боже, вы ж мои зайки, вы мои любимые. Так, ребята, я никого в прямой эфир не добавляю, простите, пожалуйста. Дианочка, привет. Ребята, вот напишите, вы хотите, чтобы Дима приехал? Вот я хочу. Я хочу, и вы напишите. Может быть, он поймет вас, и если вы напишите, то он приедет. Передаю всем привет. Дима, подумай головой.
Сколько тебе лет? Ребят, да чё вам так интересует этот вопрос? Мне, я же уже ответила. Я вообще мама Валентины Ивановны. Эфир выкладываешь? Я подумаю. Думаю, что сегодня вы сможете весь прямой эфир посмотреть на канале Даниэль Бой. После того, как он закончится, мы выставим, вы его посмотрите. Дима, приезжай к Дарине. Дима, если ты не сделаешь, тебе будет хуже. Согласна. Очень хотим, чтобы он приехал. Я хочу очень сильно. Вообще, если даже не получится с Димой, можно быть, что-то получится с Витей. Паша, это уже так, запасной будет вариант вообще. Дима, не поступай плохо. Вы в Херсоне? Нет, ребят, мы на данный момент сейчас не в Херсоне. Дима вышел. Ну вот, видите, как оно происходит. Значит, надо что-то с Витей. Витя, может быть, приедет, и с ним что-то получится. А если уже и с Витей, то там Паша пойдет. Ну, видите, самое страшное только то, как сказать это родителям. Есть какие-то идеи, ребята? Ну, идеи. Передай привет Айшат. Айшат, привет. Дима, делай предложение Даринке. Да, супер, вообще идея, класс. Ребята, какие идеи есть, как сказать родакам? А вы где? Я сейчас на лавочке сижу. Привет, очень красиво, спасибо большое. Анита, привет. Так, ребята, мы не обзываемся, и... потому что нельзя так. Этот... Дима тоже человек, но я не понимаю, я бы так не поступила. Мужчины так не поступают. Поскорее бы вам было хорошо. Я люблю вас смотреть. Спасибо, ребят. Очень приятно. Я вас очень сильно люблю. И спасибо вам большое за поддержку. Я тебя люблю. Я вас тоже. Ты беременна, ребят. Я уже целый прямой эфир веду и говорю про то, что я беременна. Сегодня посмотрите полный сохраненный прямой эфир, чтобы вы слышали все, что... И пишите в комментарии вообще сюда, кто, у кого сейчас есть идея, пишите сюда в комментарии. И если идея вдруг появится позже, пишите под видео. Ребята, я извиняюсь, все, супер, все нормально, я здесь, позвонили, все хорошо. Так, Алиночка, привет. Так, ребята, короче, я уже, наверное, буду заканчивать прямой эфир. У кого есть какие-то идеи, как это сказать родителям и вообще, как сделать так, чтобы Дима, либо Витя, либо Паша был мой, пишите, пожалуйста, в комментарии. Я вас всех сильно... Господи, все, ребята, видите, как я вовремя. Все, люблю, целую, обнимаю. Всем пока-пока.